Всем привет! А мы продолжаем апать первую лигу с копкой, с фейковых аккаунтов, абсолютно без доната, только с варбаксовыми поставщиками. Да, мы уже дошли до третьей лиги, что, естественно, не может меня радовать. Катки становятся только интереснее и интереснее, а эмоции я получаю прям нереальное количество. Так что, если вы не заценили еще подобные видосы, по ссылке в описании я вам оставлю нашу дорогу до первой лиги, обязательно зацените. Присаживайтесь поудобнее и поучаствуйте обязательно в моем конкурсе, где разыграли 4 человек по 500 кредитов на ваш игровой аккаунт Farface, либо же Kiwi кошелек. Чтобы принять участие, просто ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на мой канал и пишите абсолютно любой комментарий. Все итоги, как всегда, будут в группе ВКонтакте, также на Ютубе вам придет уведомление, когда я отвечу на ваш комментарий. Желаю всем удачи, приятного просмотра. Погнали! Друзья, для новичков Farface, а также для тех, кто не заходил на свой аккаунт более 30 дней, есть отличное предложение, где вы сможете получить кучу крутого доната и новое топовое снаряжение Авангард. Все очень просто. Если ты новичок, то просто регистрируйся по ссылке в описании и забирай крутые пушки со снаряжением на свой новый аккаунт и доминируй над противниками благодаря топовому оружию. Если же ты уже зарегистрирован, но не заходил на аккаунт более 30 дней, также переходи по ссылке и забирай топовый донат. Все бонусные предметы ты сможешь сразу перевести себе на свой аккаунт. Все это позволит тебе вкачать нереально крутой аккаунт и получить максимальное удовольствие от игры. Желаю удачи! По двойку играем? Да, двойку играем. У них медов нету. Минуса даем, резаемся, все. Прикрывай, зелень я оставлю. А, не у меня бомба, ставь. Ну, слева под зелень. Наши 70. Я еще вышли, еще вышли. Скуба выходит. Вы че, ебанутый, что? Я ставлю, прикрывай. Наши. Он дефает. Ох, блин. Путно немного. Надо как-то умирать в таких местах, где у вас резнут. У них медов нет. Пошли один. Гол. А, и убил меня префайром. С этого вышел. С рукава два чела. Раш плент, плент заходит. Голову ничего. Оп, и двойные. Арка, что у вас? Зараши. Не, у них штурмы. Нет, два штурма прям хорошие. Вы на горке сидите, вам надо было с нами лететь просто. Попал даже. Под работягой. Ботягу шел. Потом. Он фуловый, я не могу, да на. Это пиздец. Это такая нуба пушка. Играй с ним, вместе, да. Вместе, давай. Работяги, вы не играйте. Двое там сидят, закрупные, двое сидят, закрупные. Да крой. Бежи, перезаряжай, стой. Nice. Бринжа, я не понимаю, ну штурмом вообще, ты не. Ну это Unreal перестрелять эти пухи. Они пиздец, я сам выпрыгиваю, но у них вообще ТТХ слишком жестко. Три УЗИ про надо пробовать. Вообще работягу сразу закинем. Вышел, побегу. Цемент, двое вышли. Еще хорош. Наш штурм, наш верх. А, слева, Диман, ты чё? Упал. Саркак. Давай сейчас единицу и потом перетянемся на двойку. Но они двойку уже рашат, они понимаешь, что мы единицу. Ну, можем просто цемент попробовать зарвать, если они выйдут. Они просто рашат. Мы могли их мозгами переиграть, типа, но не получается. У них слишком все стреляют. Не заходите. А хз, может план пустой, типа, может зайти лучше. Пошли попробуем. А их вверх есть. На их верху чел сидит. Возьмите голову мне, пожалуйста. Чел прошел на двойные. Я не понимаю, они просто въебало сразу вешает. Не, у них стрельба какая-то слишком залетная в этой катке. Они просто у них чел, просто вешают вантабы. Не-не-не. Просто он у них улетает, именно три штурма. У них у всех троих летит стрельба прям по лицу. Вот прям моментально сразу. Так, D17. Вот опять, смотрите, медиков нету. Давайте вот именно вместе копируемся. Давайте вот придумаем, кто с кем играет, и все. Ну, фи, погнали со мной. Я тогда соло интро сольюсь, и вы двое, типа, двоем играете, все. Вверх обязательно снимаем. Вы вдвоем встаньте просто под один, я попробую просто в тупике сесть на инфу, и все. КВ, арка уже, наша респа даже. Аша. Он мне фулку успел дать, сука. У него есть вал, аккуратнее. Блядь, идет к вам, идет. Сука. Хорош. Хорош. Пацаны, бля, соберите. Ну, сука, он мне тапает, он в плинту уже. Надо выбить его, пацаны, в плинту стоит. Ну, один прикрывает, другой резает. Держи, поджи. Просто жесть, он тебе просто тап сразу в лицо вешает.
Есть хаешки, что-нибудь есть? Я кинул хае. Я не могу, у меня просто ТТХ не хватает, типа перестреляться и свалом. Конечно. 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 Алло, он рашит вас. Наш верх. Это двойные рашит. А, вверх нашел, хорош. Он нахер готовился. 28 секунд. Инжа, лестница меня. Року вышел между контами и инжа. Все, заходи в план. Я дефу, прикрывай, двойные, Димас. Да, дефу. Хорош. Он сверху. Фулл план, инж и тупик мед ресет. Тупик мед выйдешь на желтом. Пик. Айс, толкнулся. Хорош. Все, не расслаблять. Можем давай пробовать. Двойку, медиков. Нет, медиков. Все равно двойку идем. Хорош. А тупик и план. Фотку прокинул. Кинь что-то хп. Найс. Опять двойку, два меда у них. Метафора. Да, план, хае в план, давайте. Они на пункту. Без головы, план. Сзади уже. Убил спину. Верхом. Сука, бля, разменял меня. Все, давайте соберемся. Надо выигрывать. Инженера 50 дал. Плен цепанул. Сука, я понял. Прицел не трясется у типа. На красном лежит. Двойные штурм. На 30 где-то. Перемка. Перемка фулл ште. Перемка справа на углу. У меня тут, да, в дыму мне. Простреливай. Хорош. Фух, пацаны, вот это катка, другое дело прям. Фэнфи играем, не знаю, первый раз эта карта попалась. Казык играть с этими пушками. Да. Это два. А, он на перелазе чел у вас. Побежал. Я перелаз. Не, он на перелазе, прям видел модельку. Где-то тут он. Под респой, может. Наверх залез. В правый угол, он фуловый. Входит, защищи, найс. Мать можешь. Спрыгнул, автобус. План отыграть. Я не знаю, это пиздец какой-то. Не карта. Давай двойку. Нам, пацаны, да, нам близкий дистанция уже. Пошли за забор четвером, блин. Надо ставить. Ставлю сразу. Пробуй. На подкатом. Подкат зашел. Фу, ой, я убил его в смок вообще. Ай, второй ангар, снайпер! Убейте второй ангар! Давайте, крест. Второй ангар убейте-то! К вам перелаз идет, на перелазе прыгает. Второй ангар, снайпер. Пачка. Красавчик. Пошли опять так же. Пункт уже. Дрил план. Броню дайте. Сейчас, да. Труп, смотри, чтоб не резнули. Ну, говорю, смотри, чтоб не резнули, блин. Залез у нас, нахуй. Сука, в пленту! Еще план. План. Хорош. Лучше. Вот, давайте. Начинаем разыгрывать. Трангар трое. Трангар трое. Подождите. Авика, где убили? Нам залез чел. Там лезет. Давай, сейчас срезаться надо как. Прям пробуй, аккуратно. Да медик убить. А где он сидит? А, я вижу. Найс. Под тобой. Хорошо. Давайте, пацаны, расслабляемся. Опять в атаке, сейчас зарашим их нахер. Рашим один. Один рашим, прям грант. Хорошо. Перелаз. Перелаз убили? Он рандомит еще, может дефать, он не перелазит. Ну алё, спину тебе бежит с ножом, охренеть. Знаешь? Еще на респе было. Где-то в смоку сидит. Хорош. Не, командная игра, надо фейковать. Ну, командная игра нормально идет, нормально. Пойдем сейчас. Ты так же прокидываем? Давай попробуем. Давай, так же попробуем. Нормально, давай, летим. Фу, один фул справа, другой под подкат. Я сейчас пиксель выбежу. Он пиксель. Знаешь, слева. Всего лишь раз я видел такую силу. Вот, это камбэк, я понимаю, видите? Типа, с ними нельзя так играть, типа, вставать, давать им заходить, они просто стоят, вообще с им донатом не дадут, блин, зайти. О, первый раз, Первый раз. Вот, фабрика, блин, это потом, мне кажется, было. Это фабрика, сука, и так ее потянули. Ну, делаем, просто все вместе. Сразу пацан делайте? Вода есть. Погнали, воду примем все. Нам перетягивайте. Пил. Ну, тут с медом, наверное. Все, погнали, 30 секунд, надо лететь, все надо. Он не вышел, тап повесил. Инж живи, он за нулем, 0-0-0. Хорош, инж деп. По трубам заходит. Пал. Ну сука, он с имбеллом, наш ушел, наш верх ушел. Да, Викавик за мусорка и 0-0-6. За ноль. Да что ты, черт побери, такое несешь?
Что, поднять его получится? Лево, смотри мне, лево. Миллион смоков, попробуйте поднять его, чуваки. Сейчас попробуй. За мусоркой лежит чел. Убил. На 70, на 70, в дому, чё там? Под навесом, за кубом, справа, справа. У меня за миллион, с правой стороны. Это кто дефал, блядь? Не, меня звук дефал слышал. Смочим, ставим бомбу и просим, да. Смоки выходят. По одному смоку кидываем, все, ставь. За мусоркой сидит. Вот, ставлю. Давай, прикрою. Это пиздец. Меня два чела просто смотрят. Я не понимаю, такая невезучая катка. В нычку залетел. Гараж. Чел. Под навесом рез. Еще нычка, Тём. Навес, навес. Хорошо. Пунту, пунту. На бочках. Пунту. Ой, хорош. Блин, я не знаю, мне так по мне урон у них идет, они просто меня в тело за секунду убивают. Давай один теперь. Убегает во входку. Чуваки, а как вы не увидели медика в упоре? Ладно, похер, нормально. Пробуй штурмовым вверх убить. Хорош. Есть смог обкинуть им в обходку. Давай ставить бомбу. А, на втором этаже сидит. Попробуй посадить, прикрою. Блять, не успел смог дать. Фуловый авик, фуловый авик. Обходка, обходка. 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 Ты навик пиксель обходка смотрит, не могу в него попасть. Убил, хорош. Убил, убил. Мэн, что? Вас авик, вверх. Блин, они такие слабые, чел. Этот с донатом их так легко было выиграть. Они вообще даже с донатом не могут мой УЗИ перестрелять. Идите сейчас четвером, просто подсаживай. Да, подсад четвером. Сейчас я палецом накину. Да ёпты, блять, ну подожди. Я, Дима. Да там еще двое там. Инфу нам по двойке нормально скажи, если они... Они я идут вроде... Под ствол просто вся кидается. Ты, Дима, с КП мне дашь? Я покрою. Давай. Я глянул. Ставит один, давай. Ставит один. Плен хае даю. Как жалко, что чел посол выкинул. Я бы сейчас его посол. Дима, куда играть? Трубы, медик, медик. Сука! Фуловый! Да. Блять, ну и 50. Снизу стоит. У него там труба. Он запушил. Хорош. Хорош. Димас, не надо так больше соломывить. Серьезно, нам нужны победы. Я дабл плейн поставили. Сейчас вот следующая победа, и уже вторая с одной будет. Да круто, аж в штанах дымится. Ой, сразу ливнул чего. Так же, пацаны, занимаем все, как тогда заняли. У них медиков нету, чтобы 100% на раунд. У них вылетел, да, один сразу. Я слышу такого. Так, заходить. Уже под навесом, чел. Два чела под навесом. На мусоре. Наверху стоит мусор. В центре, центре. Подожди, торопитесь, мы фуловые. Мусор. На мусоре? Не, нычка, нычка, нычка. Так же дело, медов нет, и четыре чела. Есть колонны, конты, нападайте под двойкой. Вот. Сидим, ждем наших. Хорошо. Ты, конты под контами. На нычка, короче. На мусор, конты. Вот два метра. Да так же все делаем, все. Это 100% забираешь, чтобы полностью была. Вверх вроде есть. Прокидывают кто один, это они? Трубы идут. Вон тут, да? Димас пал, труб. Еще медик тут, Димас, четверные. Трубы. На трубах, на трубах. Хорош. Провод от мышки, получается, кабель зацепил, и у меня Моник... Фу, проводная мышка, фу. Вот, проводная. Блядь. На, вот это другое дело. Это день рождения или что? За игру за вторую лигу просто достал пистолет. На. Ты можешь напишешь мне в 5? Да ничего не пиши. Сейчас я пиздюлей начну давать. Центр прокинул. Центр есть. Ну сука, он замодолил меня в голову. Центр, сиди, 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 закрыть. Понимаете, что мы выиграем, за то, что мы потеем. Если мы перестанем потеть, если я нас выиграю. Пошли просто двойку залетим. Мусор побольше. Давайте мусор сразу выиграем и все. Там два меда убегают. Я на мусор тоже полечу. Ну все, два меда убьем, наш раунд. Эту херню. За нулем стоит просто на Дали. На Дали за нулем. Пацаны, yeah, сливайтесь, не пикайте его. Слышал нычки, нычка, медик. Двойка заходит? Не, не. А, да, подожди. Да, да, вот теперь тебе заходит. Так вы на ноль штурму дайте, пацан, все, не? В упоре у меня. Еще и тут же. Это на зеле стоит штурм. На зеле штурм. Не, на плинто. Хорошо. Все, 6-2 закрываемся. Им уже вообще похер, они вот просто рашат уже и все. Нам-то не похер на лигу. Мы чем быстрее закончим, тем быстрее мы свободные люди. Ты паспорт верни. Вообще не знаю о чем ты. Трубы. Трубы, 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 трубы. Трубы прошли, наш... трубы прошли. Трубы, трубы, трубы убить. Играю, я играю. Играем, играем, Дима. Труба, 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 труба. Убил труба. Все, хорошо, вторая лига с бонуской. Да другое дело. Это
просто охуенно. Все, вторая лига, последний рывок. Ну я даже не знаю, что сказать. Я сам, честно говоря, в шоке. Вторая лига до сих пор ни одного поражения, ну как, ни одного ската по лиге. Ну честно говоря, я немного в шоке. Я уверен, что ну должен начаться какой-то невероятный пиздец. Но пока он не начинается, хоть катки потные, катки интересные, все равно мы продвигаемся по лиге дальше. Нам остается всего лишь 4 победы, чтобы взять долгожданную первую лигу с таким вот снаряжением. Надеюсь, ребята, у нас получится. Однако это мы увидим уже в следующем видео. Если ждете его, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, пишите ваше личное мнение в комментариях. А с вами был Серега. Мы с вами увидимся. Всем удачи.